И сейчас для вас мы еще от себя хотим подарить пару песен от нас лично и, конечно, светлая память этому прекрасному поэту и просто человеку, да, действительно, для нас молодых, для нашего поколения, то есть мы много о нем наслышаны и сейчас много чего узнали. Действительно, наверное, такие, как сказать, наверное, в наше время говорят, улетевшие, да? Ну, не в плохом смысле этого слова, а в хорошем. То есть он своего рода был какой-то вот и романтик, да, не от мира всего, поэтому, может быть, люди не так к нему относились, как, ну, вот как не представляли его, действительно, его взгляд на жизнь и вообще на мир. Поэтому чудесные стихи и для себя, наверное, тоже отмечу. Возьму книгу и прочитаю, немного вот интересно. А что бы случилось? Да. Все. Ердар, не секретарь, а ума, не секретарь,
ну как, хайрит, хайрит, рухуна, тега. Мы сказали, что это было.